В последнее время ловлю себя на мысли о том, что когда оно слишком все это дело заходит далеко, это не очень хорошо. Пока ждал вот этого, сегодня буквально, снится мне сон. В этом сне я точно так же этого жду, и мне приходят видеоматериалы. В этих видеоматериалах показан какой-то склад, условно это, ну, какого-то перевозчика. В этом складе сидит вокруг гор каких-то кирпичей, сидит какая-то женщина и какой-то подросток, и они вот это ковыряют какие-то камни абсолютно какие-то бродячие, непонятные. И показывают, вот это твой, и показывают мне камень. Я думал, у меня сердце остановится. Короче, пока дождешься, вообще не знаю. Надо как-то все-таки, как в той песне пелось, лучше бы пил и курил, наверное. Тут тренировку бежишь, вместо того, чтобы думать о 2 градусах наклона туловища и о лимите ротации в тазобедренном суставе, ты думаешь, где на чем, какую суспензию навести, сколько проходов сделать и как направить клинок на камни. Что сказать вам, лыхо какое-то. Уже не сосна, уже хорошо. Скрываем, там силикатный. Счастью, не силикатный. В данном случае имеем мы место с высшей градацией, наверное, в их линейке новокулитом. Это у нас Surgical Black Arkansas, или как они его называют, Arkansas. Полный размер 8 на 2,5 на дюйм толщины. Ну, не знаю, наверное, дерево такое, что ничему не произойдет. Поэтому, наверное, его я, поскольку здесь он абсолютно плотно сюда вставлен, наверное, доставать я не буду. Буду так и использовать. У меня и обычные камни на подставке, они приблизительно такую высоту имеют. Какие-то пару тяток тут имеются. Естественно, первый прогон сделаю как есть. Ну и потом, скорее всего, конечно же, буду его равнять. Вот такая вот. Приехала, будем так говорить, долгожданная покупка. Так что приключения продолжаются. Ну, а вам, дорогие друзья, приятнейшего дня и до скорых встреч в эфире. Пока. Пейте и курите.